Утренняя пробка на проспекте Октября. Неожиданно, что причиной стало отнюдь не ДТП, а ЧП. Из-за нечищенных дорог, стихийной парковки и уменьшения проезжей части троллейбус 8-го маршрута потерял рога. 4 метров штанги не хватило транспорту, чтобы продолжить путь. В итоге только на площади Карла Маркса встали 6 троллейбусов 8-го и 4-го маршрутов, затруднив движение и на остановке. Пробка же из машин растянулась аж до Красной площади. Нечищена правая полоса. Ставят машины елочкой, и мы отрываемся от проводов второй день. Просили почистить, каждый день звоним, и в мэрию звоним, обещали сегодня ночью почистить. И, как всегда, ничего нет. Я стою, жду тягача, чтобы меня сдвинули с места.